Доброе утро! Мы проснулись и начинаем правильно двигаться. Начинаем комплекс. Первое упражнение. Исходное положение. Сидя на стуле, стоя параллельно. Руки на коленях. На вдохе. Руки за голову, прогнулись, вдох. Исходное выдох. Выполняем упражнение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох выполняется через нос, выдох через рот, и он более удлиненный. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Следующее упражнение. Сидя на стуле, руки на коленях и на вдохе. Поднимаем носки, делаем вдох, опускаем выдох. И получается упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Следующее упражнение. Сидя на стуле, чтобы параллельно. Руки опущены. На вдохе сжимаем пальцы, на выдохе разжимаем. Получается вдох, выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Следующее упражнение. Сидя на стуле. Руки на пояс, стопы параллельно. На вдохе поднимаем левую ногу на расстоянии 10-15 сантиметров. Исходное положение, выдох. Затем поднимаем правую ногу на 10-15 сантиметров, вдох, выдох. Получается вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Каждое упражнение выполняем 8-10 раз. Ну, проснулись, не забываем позавтракать. Будьте все здоровы. Спасибо за внимание. Начинаем правильно дышать и двигаться. Вдох осуществляется через нос, а выдох через рот. И более удлиненный. Итак, первое упражнение. Исходное положение, стойка ноги в рост, руки к плечам. На вдохе левая рука идет за голову, правая вниз, за спину. Вдох. Исходное положение, выдох. И получается упражнение, делаем вдох. Выдох, наоборот, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Следующее исходное положение, стойка, ноги врозь, руки на пояс, на вдохе, начинаем, левая рука опускается вниз по ноге, правая поднимается вверх по туловищу, вдох. Исходное, выдох. Затем наоборот. Правая рука опускается вниз по ноге, а левая поднимается вверх. Исходное, выдох. Получается упражнение в целом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох и вдох, выдох. Следующее исходное положение, стойка, ноги в рост, руки в замок перед грудью. Выпрямляем.
так и вперед, делаем вдох, исходное, выдох. Затем руки выпрямляем вверх, вдох, исходное, выдох. И упражнение выполняем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Следующее упражнение. Исходное положение. Стойка, ноги в рост. Руки на пояс. На вдохе. Отведение левой руки прямой в сторону. Вдох. Исходное, выдох. Затем отведение правой руки в сторону. Вдох. Исходное, выдох. Упражнение получается. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следующее исходное положение. Стойка, ноги в рост. Через стороны поднимаем руки в стороны вверх. Вдох. Исходное через стороны. Выдох. Получается. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ну вот мы сделали комплекс упражнений. Выполняйте их постоянно и будьте здоровы. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Мы начинаем правильно дышать и двигаться. Сейчас мы сделаем комплекс дыхательных упражнений для людей пожилого возраста, перенесших пневмонию. Выполняется вдох через нос и выдох через рот. Первое упражнение. Значит, исходное положение. Стойка, ноги в рост. Руки внизу. И на вдохе поднимаем плечи вверх. Делаем вдох. Исходное, выдох. Получается. Вдох. Выдох. Делаем вдох. Выполняем спокойно, равномерно. Не спешим. Выдох. Вдох. Выдох. Упражнение выполняем 8-10 раз. Следующее исходное положение. Стойка, ноги в рост. Руки к плечам. Локти смотрят вперед. На вдохе. Отводим плечи назад. Локти тоже уходят назад. Лопатки соединяем. И на выдохе и приходим в исходное положение. Так выполняем, делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Следующее упражнение, это упражнение выполняем 8-10 раз. Следующее исходное положение. Стойка. Руки на пояс. На вдохе делаем руки в стороны. На выдохе скрещиваем руки на туловище. Получается из исходного положения. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение выполняем 8-10 раз. Следующее исходное положение. Основная стойка. На вдохе делаем выпад влево, левой ногой в сторону. Руки в стороны. Вдох. Исходное, выдох. Затем то же самое делаем правый. Выпад правой, руки в стороны. Исходное, выдох. Выполняем упражнение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение выполняем 6-8 раз. И заканчиваем комплекс замедленной ходьбой. Дыхание произвольное. Делаем спокойно, дышим. Ноги высоко не поднимаются. Это упражнение выполняем 45-60 секунд. Так мы делали комплекс дыхательных упражнений. Выполняйте этот комплекс 3 раза в день. Будьте здоровы и не болейте.
Спасибо за внимание.